Добрый день! Сегодня я покажу, как собирать форсунку Ford Mondeo 3 2.0 TDCi 130 лошадиных сил 96 кВт. Вот такая форсуночка с такой маркировкой. Значит, суть в чем, что вышел со строя вот этот клапан. Он такой, видите, поцарапан, такой весь, попала вода туда, и он как бы, ну, вышел со строя. Протестировали, стружки в ТНВД не обнаружено, и купили вот такой вот в Одессе оригинальный мультипликатор. Сейчас мы будем его ставить вот в таком вот. На нем вот такой вот есть QR-код. Так, тихо. Ну, на нем есть вот такой QR-код. Его номер. Вот так видно, да? Номер партии 27.09.2016. Стоит он такой 55 евро. И в принципе такой похожий есть, такой ГБУшный у нас, вот такой вот наш, турецкий. Такие они стоят по 40 евро, но мы не рекомендуем покупать, как и китайские, как бы они отстойного качества. Вот. Итак, производится работа в идеальной чистоте. Должна быть солярка. Вот, обязательно. Ну, которая, в которой нужно смачивать. На сухую ничего не делается. Идеальная чистота, должны быть перчатки. Вот. Разобрали форсунку. Все это я почистил знаменитой пастой Гоя. Вот. До, как в Одессе говорят, что блестели, как у кота, одно место. Вот все я смазал уже соляркой, приготовил. Потом есть такой вот клапан, самого распылителя. Вот такой вот. Я его тоже начистил до зеркального блеска. Вот. И все, распылитель сам тоже начистил. Проверил, все 6 сопел работают в нем. Это оригинальная, оригинальный Delphi. Вот тут есть номер, можете пройти его потом для себя найти, там кому будет необходимо. Тоже в идеале я его зачистил весь. Вот тут 6 сопелок здесь есть вокруг. Вот не 5, не 4, все 6 рабочие. Тоже тут почистил пастой Гоя. Здесь все в идеале тоже, видите, вот до зеркального блеска тоже начистил его. Итак. Делать на тряпке. Почему? Потому что есть такой вот маленький пупсик, вот такой вот, металлический, вот такой вот, на такой виде, ну такой как маленький такой головка, тут, знаете, как вот эта вот насадка на ключ. Он вот здесь помещается, острой частью от нас. И за ним идет вот такая знаменитая шайбочка, которая тоже очень часто у людей теряется. Вот такая вот. Ее тоже засовываем вот сюда. Когда на месте этот бочоночек, он пружинка вот так вот выглядывать должна. Окей. Опять-таки подчеркиваю, в идеальной чистоте должно быть все. Никаких не должно быть пыли, какой-то гадости. То есть должно быть на клеенке, в таких вот условиях, чистеньких, с перчатками обязательно. Руками ничего этого не трогать. То есть идем дальше. Такой вот у нас есть элемент. Тоже корпус форсунки, нижняя часть. В него мы... Ну, мы предварительно давайте возьмем, сейчас я покажу еще иголку. Иголки. Иголка вот такая вот есть. Вот иголка вот. Она вставляется с того распылителя. Вот так вот раз. Делаем над сверочкой. Все делаем четко со смазками. И сюда помещается вот такая маленькая пружиночка. Вот такая вот. Резкость.
Угу. Вот она сверху. Приготовили. Теперь сверху идет этот пупсик. Тут пропустить, ошибиться нельзя. Вот эти вот пазики. Они должны войти. И вот так вот оно должно вот встать. Вот так вот. Вот, вот видите, вот плотненько вот так вот оно должно прижиматься. Прилегать. Эту всю конструкцию мы помещаем. Пальчиками придерживаем распределитель. Вот так вот помещаем сюда. Вот. Теперь мы протрем руки. Чуть-чуть. Потом чуть руки. Тряпочки можно менять чаще, не жалейте на ветошь, это потом вам все практически вернется в хорошем смысле. Вот. Сам компенсатор. Ой, компенсатор, сам клапан, вот он в таком вот находится, в таком вот положении. То есть его вот так вот, вот снимаешь, вот так вот раз, сжимаешь. Раз. И вытаскиваешь. Все такая вот прищепка такая, можно сказать, да. Вот. Вот с таким вот он. Тут зонтик. Вот такой вот, видите, ой, сразу вывалился, видите, сразу вывалился наш. На нем, кстати, есть тут QR-код. Там, наверное, не будет видно на камере. Есть. Вот видите, там QR-коды есть два. И номерочек его там стоит. Ну, B. Не номерочек, а B, такая цифра B. Это какая-то партия, наверное. Быстрее всего. И он. Тут он. Тут он такой, видите, сплошная, сплошной такой носик у него, видите, сплошной. Вот. А в этой, кстати, штучке, в этой вот наша турецкая, он почему-то, не знаю почему, может просто, знаете, он вот такой, видите, вот. Тут сплошной, а тут такой как бы с такими тремя насечками такими, да. Ну, может быть, для как-то охлаждения там же, может быть, для того, чтобы пройти протоки какие-то, ну, неважно. И он легко, кстати, вытаскивается отсюда, то есть, как вот неудивительно, он легко отсюда выползает, с этого своего, так сказать, ложа, вот. И, кстати, интересный момент, что здесь вот эта часть, когда оригинал, такие, видите, там такие две эти, вот это оригинал, вот, а это не оригинал, видите? Он там какие-то как такие, как видите, как солнышко такое вот есть. Вот чем тоже отличается. Оказывается, новый номер, их меняют. Я потом видео напишу для того, чтобы, ну, китайцы, они сейчас, китайцы, подпольные фирмы, они очень много сейчас заделывают замен. Вот. И как бы, то есть, ну, для того, чтобы не было замен, делают чаще, меняют номера. Я сейчас наберу солярки чистой. То есть, чтобы не оттуда набирать шприц. Это мой такой сход. Вот. И вот видите, он черный такой, он как похож на такой, как бы, как каленый такой он. То есть, не краска видно, а как он как накаленный такой, как окалина такая. Вот. Ну, вот такой вот. И тут есть, соответственно, вот QR-код. О, тут хорошо видно, видите, вот резко снялось. Такой QR-код очень важен. Он как каленый, не краска, а такой, как бы видно, что он, видно, изделие сделано, ну, не залипуха, короче. Я его вот так вот, проливаю. Вот так вот проливаю его солярочкой. Все смащиваю. И вставляю, так называемый, этот зонтик сюда. Почему-то зонтик туда не хочет попадать. Может быть, потому что он сухой. Вот так вот мы его поливаем. И сюда. Мы его вставляем. Он легко вращается очень. То есть, эти вот, ну, видно, то есть, что это как бы не залипушный.
Все, я его промастил. Еще раз я его для, просто для контроля вот такой вот. Вот такой вот я вот критичный к этим вещам. Я его проливаю еще раз соляркой. Чисто. Рекомендуют мастера только соляркой. Кстати, там есть борода Channel, потом секретный гараж. Ребята, спасибо вам большое, то, что помогли в свое время. Кстати, по поводу необычной этой притирки, которую там рассказывал секретный гараж. Тоже благодарю. Я форс одну поставил, машина перестала троить, когда я пошлифовал пасты Гоя. Вот. Я благодарен. Спасибо, ребята, за вас. Слава Богу. Молодцы. Вот. И теперь здесь вижу такую какую-то маленькую ворсиночку такую. Я хочу тоже ее туда смыть. Думаю, что тоже тряпки выбирать надо, знаете, чтобы они не были... Не жалеете солярки, это как бы вообще не, ну, как бы 100 грамм той солярки, как бы оно не играет никакой роли. Вот, и мы вставляем. Ну, вот такая конструкция, видите, сейчас покажу еще раз. Вот такая вот конструкция вот получилась, образовалась у нас. Такое трио, видите, вот такое вот трио. И теперь мы их с Божьей помощью опять-таки, то есть с Божьей помощью, напоминаю, почёночек, пружинка на месте, все просолярено, то есть ни в коем случае не экономьте. Вот так вот ставим. И вот так вот ставим. Вот раз. Пазик в пазик. И смотрите, я рекомендую вот так вот наживил, когда ты наживил форсунку, наживил. Попробовал, прокрутил. Он не должно крутиться. То есть зонтиком вверх. Я там забыл сказать. Зонтиком вверх. Проверили еще раз. То есть все. Все хорошо. Затягиваем. Затягиваем тщательно. Затянули. Сейчас возьму тряпку. Тряпочку возьму. Протерли. Вот, в принципе, собрали все. Протираем ее чуть-чуть так вот. То есть еще один нюанс. Чтобы эти резинки не были пороты, эти сальники, вот, которые входят в головку. И чтобы здесь должна еще шайба быть. Они не стальные, они на самом деле алюминиевые вроде идут. Тоже надо заменить, не экономьте. Там они стоят, ну, одна шайба $1. Ну, дорого как бы относительно. Не покупайте за липуху, потому что я мастеру одному там до этого давал. Он поставил мне за 7 гривен там итальянские какие-то. Но они просто, ну, не место им там. То есть... Те оригинальные, они более такие толстые. Короче, покупайте у официальных дилеров. Все. Вот. И по поводу зажима. То есть зажим самой форсы рекомендуют 55 ньютон на метр. Именно в этой форсе. Вот эта вот маркировка. Вот это вот EGDR. Там просто J стерлась 101Z. Рекомендуют как бы сделать зажим 55 ньютон на метр. И в саму головку рекомендуют 47. Но опять-таки, понимаете, конструкция не новая. Она уже подалась ремонту. Уже как бы, соответственно, как бы резьбы не другие. Уже вскрывалась она. Желательно поставить на стенд. И, ну, не желательно, а поставить на стенд нужно. И проверить, ну, на работоспособность. Но я честно скажу, я ставил две форсы. Также менял сам в домашних условиях. И слава богу, как бы все нормально работает. Не переливают в обратку. Норму там, по-моему, до... Ну, там одна у меня 4 мл, другая, по-моему, 4,5 мл льет. Мне осталось еще заменить две. Вот эту еще потом одну я куплю тоже. Мультипликатор и поменяю. Ну, у меня как бы четвертая в норме. Первый цилиндр, это более 20 льет.
по замерам. Так что как бы она уже, ну, как бы, вот он мультипликатор, ему, ну, ему конец, короче. Вот я его ставлю на место. Как экспонат будет такой домашний, музейный. Вот. Ну, в принципе, все. Всем благословений, удачи и, ну, практикуйте ремонт дизельных двигателей. В принципе, ничего такого сложного в этом нету. Не так страшен, как там, волк, как его боятся, да, как его рисуют. Всем удачи, с наступающей Пасхой Христовой, благословений. Пока.